Для того, чтобы выяснить, в какую сумму обошлась подготовка детей к школе, даже проводят специальные исследования. Одно из них провели Ингосстрах и финансовый университет. По их данным, в Новосибирске родители потратили около 7700 рублей на подготовку одного ребенка к школе. Опрошенные нами горожане говорят, что это лишь по минимуму и смотря что покупать. Пришлось покупать все тетради, естественно, рабочие тетради, учебники нам все выдали. Ну, сколько дорого? Ну, сейчас все, что нам необходимо, ну, примерно 10 тысяч. То есть это, ну, такое, это первоклассник, без ручек, без фломастеров, просто там тетрадочки, гуаши и рабочие тетради. В среднем, по минимуму, если покупать, нужно не меньше 10 тысяч, чтобы собрать ребенка одного в школу. Это с одеждой или без одежды? С одеждой, с канцелярией и с учетом того, что если покупать не все. Ну, а если все от и до, ну, наверное, 15 не меньше, это по минимуму. Тетради, ручки, карандаши и прочие канцелярские товары – это то, что всегда требуется в школе и что в целом вполне по карману подавляющему большинству семей. А вот с одеждой все немного сложнее. Исследование Ингосстраха и финансового университета показало, что к числу самых дорогих покупок начала учебного года относятся платья и брюки. Что нужно купить? Ну вот если это девочки, то это обязательно юбки, сарафаны, блузки, водолазки, платье. Вот у нас повзрослело такого школьные и спортивная одежда. Если вместе с одеждой, обувью, я не знаю, это будет десятка точно. На одного человека, да. Рост цен на товары к школе заметен, хотя шокирующего повышения все же не было, отмечают опрошенные нами новосибирцы. Ну, я не могу сказать сильно, но все-таки выросло в цене. Как бы то ни было, но родители готовы тратить и уже потратили немалые суммы на подготовку своих детей к школе. В любом случае, другого выхода у них, как правило, нет. Стоит отметить и то, что по данным исследования, по ценам на эти товары Новосибирск – крепкий среднячок. Немало городов, где стоимость подготовки к школе выше, чем у нас. Хватает и тех, где она обойдется ощутимо дешевле. Правда, обычно там, где дороже, и уровень доходов населения выше, чем в нашем городе. Так что в любом российском регионе подготовка к школе становится настоящим испытанием для родительского бюджета.